Так, придумай, как разбудить тучку. О, пришел уже. Сейчас все будет. А что будет-то? Чего? Торт? Да нет, не торт. Подожди. Пирог? Нет, не пирог. Чего? Пирожное? Да не пирожное. Мороженое? Да нет. А чего? Мы вообще чего-нибудь сегодня есть будем? Помоги тучке сварить царскую похлебку. Перетаскивай продукты в котелок. Это наш старинный северный рецепт. Это чего? Суп? Да. Старые медведи говорят, чтобы хорошо зиму перезимовать, надо много полезной пищи есть. А здесь столько всего вкусного. И капуста, и картошка, и гриб. Подожди, ты сказал, что будет не просто обед, а настоящий пир. Ну это и есть настоящий пир. Называется царская похлебка. Я еще баночку с грибами белыми открыл. Спасибо, тучка. Ну, что-то мне не хочется суп есть. Я вам лучше чипсами похрущу немного. Я не очень голодный. Если ты не голодный, зачем ты тогда эти чипсы неполезные ешь? Вот смотри, кончится лето, где еще такую вкуснятину не найдешь? Я зимой вообще сплю, так что для меня всегда лето. А про чипсы ты зря так говоришь. Это же вкусно! И готовить не надо! Но у нас на севере говорят, что... У нас на севере! У нас там все по старинке делается. Сам же говорил, старинный рецепт. Вот эту еду готовят на заводе. Не просто так, тут ого-го, все как. Но если тебе моя еда не нравится, в следующий раз сам будешь готовить. Тучка, ну не обижайся. Вот хочешь, я тебе такое блюдо приготовлю, что ты пальчики оближешь. Сейчас я свой рецепт изобрету. Самый лучший! Перетащи предметы на тарелку, чтобы приготовить суперблюдо. Печенье? Нет, маловато будет. Так, я люблю мармелад!
пирожное. Во! Пирожное! О, вкуснятина! Сэндвич! Зефирки! Ага, и сосиски туда! О, все это майонезом зальем! Супер! Вот это настоящий царский пир! Ну, тучечка, приготовься! Сейчас начну тебя удивлять! Сними повязку с тучки. Ого! Это что за гора? Это никакая не гора! Это суперблюдо! От Иннокентия! Посмотри! Давай! Мы его сейчас есть будем! Есть? Это? Может, не надо? Надо-надо! Зря, что ли, я его готовил! Еще добавки попросишь! Накорми тучку! Сначала нужно найти ложку. Это не то! Это не то! Это не нужно! Это то! Фу! Гадость! Чё? Невкусно? Не может быть! Накорми Кешу! Ну как? Вкусно! Еще как! А главное, оно еще и питательное очень! Слушай, оно у тебя куда-то плывет! Куда оно плывет? Никуда оно не плывет! Кеша! Оно падает! Кеша, бежим! Помоги Тучке и Кеше выбраться из дома! Перепрыгивай препятствия! Ничего, Кеш, сейчас мы все уберем, и ты опять свое современное, очень высокотехнологичное блюдо приготовишь. Сначала выбери героя, а затем нажми на кучку, чтобы убрать ее. Mm-hmm.
как же есть хочется! А знаешь что, Тучка, а давай к тебе пойдем? Ну, у тебя же супчик там еще остался. Сейчас все будет. Помоги Тучке накрыть на стол. Ого! Да! О! А! Раздели полезную и вредную еду. А! Ага! Да! Ага! Да, царская похлебка. Конечно, царская. Шестую тарелку уже наворачиваешь. А можно еще добавки? Thank you.